меня есть друг, лох. У него есть свой блог. Он еще тот лопух, но стал миллионером вдруг. Делает обзоры он, как какает и писает слон. Снимает геймплей и анпак. А вот такой вот блогер чудак. Блогеры, 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 блогеры. Им все покеру, 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 покеру. Что скажет папа, что скажет мама? Лишь бы на канал шла реклама. Блогеры, 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 блогеры. Им все покеру, 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 покеру. Что скажет общество и даже Обама? Лишь бы на канале была реклама. Реклама на канале Дрозды ТВ. Ссылка в описании. Мы блогеры, я блогер, все блогеры, внимание, интернет, YouTube, все сюда. Раз, два, три, дамы и господа, это самое популярное шоу, я Виталий Карпанов, самый непопулярный блогер в YouTube. YouTube, тренды, бренды, хейтеры, сюда. Сейчас происходит с Дрозды ТВ много интересного, подписчики подписываются, подписчики отписываются. Каждую пятницу, каждую среду, every week, every Friday мы выкладываем новые ролики. Виталий Карпанов здесь, мы начинаем наше шоу YouTube. Камон, тренды, поехали! Сегодняшний выпуск нашего шоу посвящен рекламе. В прошлой неделе мы выложили ролик, где мы рассказали, что канал Дрозды ТВ набрал 5000 подписчиков. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди смотрят, и значит рекламодатель идет к нам. Сегодня мы говорим, вот здесь написано Дрозды. Дрозды на майке. Это наш рекламодатель, который заказал у нас рекламу. Внимание! Дрозды! 18 апреля сольный большой концерт в концертном зале Минск. Билетов уже красного у меня здесь. Здесь не выделено, нет уже билетов. Зачем рекламировать, если нет билетов? Ну, наверное, на приставные стульчики ребята ориентируются. Кого? Что нас ждет нас в программе? Как пишет вот эта бумажка, Егор Крид не приедет, не будет Егора Крида. Группа Грибы, 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 которые вот, по-моему, вот эти вот ребята, которые нашумели, поют про тает лед, что-то там такое, все, значит, их копируют туда-сюда, тоже не будет. Ну, заняты люди. Солодуха, Солодуха, Солодуха просится, но мы его не берем. Нет Солодухи, стоп Солодуха. И только лишь известнейший, популярнейший артист под названием Иван Буслай будет в концертном зале Минск, потому что он там работает, шоргает туда-сюда кулису. Вот такие вот новости от группы Дрозды. Ну и еще чуть-чуть о рекламе. Молодые, но талантливые блогеры тоже просятся к нам стучаться в ВКшечку, знаете, в личку пишут, туда-сюда пишут, типа, скажи, упомяни мой канал. Итак, нет проблем, мы не гордые. Приятный Ильдар, канал приятного Ильдара, где он говорит о шоу худшее, а там туда-сюда лучше, и говорит, добрый вечерочек всем, мои дорогие, молодые, приятные люди. Об этом канале хочется сказать отдельно. Хороший канал, годный контент, лайки там идут, комментарии тоже есть. Подпишитесь на канал, пускай человек нарабатывает аудиторию и становится все больше популярней. Приятный Ильдар, ссылка в описании. И еще один блог, замечательный блог, который делает Максим Малахов, крафтовый видеоблог. Это очень хороший блог, значит, он огромный, большой блог с узкой специализацией, как бы. Мы видим, что кому-то это наверняка будет интересно. Ссылка также в описании. Подпишитесь на канал, комментируйте. Не жалейте своего ресурса. Ну и, конечно же, Дрозды ТВ, дружественный для всего интернета канал. Здесь годный контент. Заходите на наш канал, подписывайтесь, жмите на вот это вот подписаться, красная вот эта кнопка. Подписались, оставьте комментарий, не пожалейте лайк. Пересмотрите все другие ролики, которые сейчас вот тут раз, два, три всплывают. С вами был лучший ведущий Виталий Карпанов. Это мой блог, это мой канал. Все, друзья, не забыли, подписались. Всех целую, всех обнимаю. Пока!